Добрый день, вас приветствует компания Мир Мото 25, обзор мотоцикла Yamaha XJR 1300. Начнем с переднего баллона. Резина здесь живая, процентов 80-90. Баллон прям хороший. Крыло целое, без царапин, вилочка сухая, здесь тоже все сухо. Тормозной диск, выработка вообще минимальная. Здесь у нас диск живой, не облезший. Оптика не запискоструйная, кром не полез, поворотники целые. Здесь у нас спидометр тоже целый, хром не полез. Ручки все на месте, здесь стоят слайдера вот такие золотые немного. Бак целый, слайдер стоит под живот, чтобы не корябать. Все живое, сидушка целая, не протертая. Далее, двигатель чистый, сухой, без каких-либо масляных потеков. Все замечательно, рама тоже не ржавая. Состояние выхлопной системы из коллектора, прям вообще состояние хорошее. Лапка водителя, лапка пассажира вообще не используется. Лапка водителя стоит тюнинговая. Лапка тормоза, бочка, как я понимаю, это у нас уже тюнинговый выхлоп идет. Здесь у нас целое, все пластик целый. Задний баллон уже менять надо будет. Он уже репанный, задний надо под замену. Тормозной диск сзади, выработки почти нет, минимально. Есть небольшая, ну вот. На камере видно. Далее. Задний амортик у нас RFI стоит. Не родной уже. Тоже тюнинговый. Пила. В отличном состоянии. Цепь живая. Не ржавая. Лапка пассажира. Водителя. Центральное переключение передач. Здесь двигатель тоже чисто, сухой, без каких-либо масляных потеков. Бак здесь целый весь. Заводим мотоцикл на холодную. Пробега 24 485. Заводим. Завелся мотоцикл с полоборота. Пока он греется, покажу его со стороны. Пройдемся по электронике. Аварийка работает. Свет тоже рабочий. Свет ближний, дальний, все переключает, кнопка пас моргает, вот, все работает, естественно, так тоже все переключает, двигатель работает отлично у мотоцикла, состояние для мотоцикла 98-99 год, не помню точно, очень хорошее, работает прям прекрасно, по пластику тоже все замечательно, из таких, ну, есть, естественно, мелочи, где-то там уже полезло, на вот на машинках, но для мотоцикла 23 года, даже больше уже. Для этого года состояние у него просто замечательное. Обороты держат хорошо, звук приятный. Стоят уже тюнинговые шланги армированные. Сигнал тоже рабочий. Это у нас, так, секунду, получается. А, это у нас выключение полностью света. Старт-стоп. Пробега всего 24 тысячи. Ну, состояние у мотоцикла прям достойное для своих лет. Да, в принципе, как мотоцикл выглядит, он замечательный.